Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной Виктория Рахимжанова, компания Sunlight. Также спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте, Виктория. А расскажите, пожалуйста, о сессии, какие темы поднимались? Ну, сессия проводилась в рамках категорийного планирования, и я раскрывала T-кейс, кластеризация магазинов и ассортимента. Расскажите буквально тезис на основные моменты. Ну, самое главное, что я пыталась донести до наших слушателей, это то, что абсолютно все можно сгруппировать и скластеризировать, что невозможно управлять 500 магазинами и 50 тысячами ассортиментов SKU в ручном режиме, и это нужно все переводить в плоскость электроники. Ну, в общем, я надеюсь, что все со мной согласились. Мы тоже надеемся, да, тем более, что лидеры рынка с большим количеством позиций должны переходить в диджитал, переходить в машинное обучение и так далее. Расскажите, как встретили, расскажите, может быть, кто-то говорил, что будущее на самом деле за людьми и что все вручную посчитаем, все будет хорошо. Ну, встретили прекрасно, я думаю, еще третий день уже после обеда, поэтому публика была очень хорошая, была приятно настроена, все кивали, говорили, что да-да-да, от людей нужно отходить и оставлять на нем только центр принятия решений, потому что машина считает, человек принимает решение. Рутинные, да, все процессы можно отдать машинам, это, конечно, вкалывают роботы, а не человек. Расскажите, пожалуйста, о компании. Может быть, всем интересно, потому что всем хочется быть красивыми, всем хочется быть успешными. Расскажите, какие-то действия были сделаны в ближайшее вот время из-за наших каких-то вот событий вокруг? Или все работает в штатном режиме, как работало? Компания работает в штатном режиме. Естественно, с ростом цен на золото ювелирные украшения подорожали. Вот, но мы не планируем каких-либо резких движений. Мы не будем сокращать ручную сеть, мы не будем сокращать персонал. Мы, в принципе, остаемся в той же системе работы, с теми координатами, которые были до этого. Тем более люди понимают, что биржевые котировки падают, мы не знаем, куда вкладываться, но при этом украшения, золото, драгоценные металлы всегда будут в цене, и это тоже отличное вложение. Да, я с вами согласна. Спасибо большое за общение, и надеюсь, что компания ваша позволит нашим женщинам, конечно же, быть еще более сияющими. Спасибо огромное. Спасибо, до свидания.